Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Mitsubishi ISX 2013 года выпуска с двигателем 1.8, автомат, передний привод. На этом автомобиле мы сегодня заменим свечи зажигания. Открываем капот, снимаем защитную крышку и откручиваем катушки. Открыл капот, откручиваем вот этих три болта. Головочка 10, болты М6. И снимаем крышку. Снимаем разъемы, нажимаем на этот флажок и сводим разъем назад. Один. Второй. Третий. Четвертый. Ослабляем все четыре болта, которые у нас держат четыре катушки. И поднимаем катушки. Сухая. 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 Должно быть чисто, но на всякий случай я продую. Берем свечной ключ на 16. Пробег у автомобиля 130 тысяч. Свечи ни разу не откручивались и не менялись. Вот такой уже увеличенный зазор. Свечи подсохшие. Коронарный разряд сухой, но он есть. Свечи, которые стояли NJK с завода. Вот также увеличенный зазор. Кстати, здесь поменьше зазор, чем на предыдущей. Хотя уже внутренний выгоревший электрод, подгоревший, не выгоревший, подгоревший. Также коронарный разряд присутствует.
Ну, все свечи пока 3 штуки в одинаковом состоянии. Да, все 4 свечи в одинаковом состоянии. Берем новые свечи фирмы Denso. Вот такие свечи ИК-16ТТ. Вот здесь пятачок ответный, видно, блестит. По качеству работы, по характеристикам эти свечи получше. Закручиваем свечку. Был такой вопрос. Есть на свечах указано. Так, здесь на коробке нету. Вот на этой коробке. А здесь заклеено. Здесь заклеено. Сейчас попробую оторвать. Отрывал наклейки. Ну, здесь видно для таких свечей, которые с кольцом, затяжка 1,4. Одна четвертая оборота. Ньютонометры не указаны. Посмотрел, там 25 ньютонометров. Установил здесь 25 ньютонометров. И попробуем подтянуть ее ключом. Сейчас хочу сделать что? Хочу взять ключом обычным на 1,4 оборота, 1/4 оборота повернуть, а потом проверить динамометрическим ключом, как у нас будет доворот. Будет, не будет. Вот, ставлю его, доворачиваю на 1/4 оборота, довернул, а теперь проверяю динамометрическим ключом. А динамометрический ключ дотягивает еще, поэтому на этих свечах может быть зависимость, там показано два вида натяжек. 1/4 оборота и 1/2 оборота напополам. Так что лучше все-таки, наверное, на свечах использовать динамометрический ключ. Когда свечки устанавливаем, бросать их не нужно, надо опускать аккуратно, что если вдруг немножко промахнетесь, электрод загнется, можно испортить свечку.
Все, вот таким образом все четыре свечи я закрутил динамометрическим ключом на 25 ньютон-метров. Берем, устанавливаем на место катушки. Наживляем все болты. И подтягиваем слегка ключом. Катушки я придерживаю, чтобы они не смещались. Подключаем разъемы. И устанавливаем на место крышку. Все, свечи зажигания мы заменили. Всего вам доброго.